Книга «Открытым оком». Тема «Суды». Том 2, вопрос 793. Вам приходится много судиться, знать многих судей. В народе говорят о продажности их. А за что вы скажете? А что вы скажете, простите? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Действительно, в общей сложности я судился около 15 лет, так что судьи краевого масштаба, здороваясь со мной, смеются. Вы уже законы знаете лучше нас. Судья Октябрьского суда Козлова Н.П. судила по делу М.К. на Алтае совершенно предвзято. Но краевой суд перерешил и вынес решение в мою пользу. Сейчас по моему делу с ГТРК другая судья, Сухарева Т.П. И вот мое мнение о ней. Конечно, мне не следовало давать свой отзыв о ней, пока она не окончила этот процесс. Когда у студента спросили его мнение о профессоре, он ответил: «Когда сдам последний экзамен, тогда скажу. Я нарушил это правило, но да не буду постыжен». Председателю суда Центрального района города Барнаула от Лапкина Игнатия Тихоновича, проживающего по адресу Барнаул, улица 2 Строительная, дом 62, квартира 16, телефоны 35-32-42 и 24-38-46, заявление. 12 февраля 2002 года я подал исковое заявление о защите чести и достоинства против ГТРК «Алтай» и составителей двух телепрограмм «Пролог» и «На лестничной площадке» Лавриненко С.Н. и Прокофьева И.В., а также распространителей несоответствующих действительности сообщений Дружинина Д.Г. и Петренко В.С. Нападки и поношения касаются православной веры и меня лично, как проповедника и старосты Крестовоздвиженской общины РПЦЗ города Барнаула. Дело это должен рассматривать судья с очень хорошими знаниями религии вообще и православной веры в частности. 8 февраля 2002 года закончился процесс по моему иску с МК на Алтае по двум клеветническим статьям в их газете. Судья Сухарева Т.П., суд Центрального района города Барнаула, вела суд объективно с полным рассмотрением всех материалов. Прошу для рассмотрения моего искового заявления назначить Сухареву Т.П., если возможно, так как она уже хорошо ознакомлена и с материалами, и с самой сутью дела. В моей практике это первый случай по такому делу, когда не приходится обращаться в краевую судебную коллегию и просить об отмене постановления суда первой инстанции. Начальник православного детского трудового лагеря Стана, староста Крестовоздвиженской общины Лапкин Игнатий Тихонович, 13 февраля 2002 год.